стереотипы, там первый, что женщины слабы, что у них недостаточно сил для армии, что второе, что женщины недостаточно умелы, да, и в бою, допустим, не дай бог, и что женщины не могут быть солдатом и мамой одновременно. Мы далеко не пойдем, мы просто возьмем пример, в любой класс зайдешь, в любой школе девочек отлично больше, чем мальчиков, к сожалению, да, то есть... Это сразу доказывает о том, что девочки умнее, сильнее и самодисциплиннее и так далее. То есть те девочки, которые не выходят, не могут умом, они могут усидчивостью. Поэтому девочек умных больше, чем мальчиков. Это факт. А насчет мамы, ну вот я уже рассказывала, тоже спрашивала... Два года назад женщина-командир эскадрильи, боевой эскадрильи, 35 лет стала командиром, да, мама двоих детей. И сам премьер-министр приехал подарить ей крылышки. Поэтому... Ну, это, знак уважения, это, да. И... Да, не, просто говорю к тому, что она командир боевой эскадрильи. Женщина в 35 лет. Не в 20, не в 25, в 35 лет. Мама двоих детей. То есть главное желание. А в Израиле в настоящее время женщины призываются в боевые части? Ну, да, конечно. Да, ну то есть без разницы или какой-то процент, или все-таки стараются нет? Во-первых, есть в израильской армии целая группа, да, то есть целое подразделение, которое занимается равноправием. Да, то есть у них глава тоже женщина, они именно следят за тем, чтобы было. А в израильской армии около 80% в боевых войсках, то есть разные позиции занимают женщины. Равноправие, это значит, прости, процент соблюдения вот, да, именно, да, 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 чтобы все соблюдалось, да, да. Кроме того, есть прям подразделения, которые занимают, там только женщины. Например, каракул. Что такое каракул? Каракул – это животное, которое у него одно из редких животных, которое нету различия между... То есть они выглядят внешне. Идентично, да? Идентично мужчины и женщины, да. И вот это вот подразделение, которое оно боевое, они следят за границей в южной части между Египтом, все остальное ловят контрабандистов, занимается это. Потом есть еще одно подразделение, которое называется ОКЭЦ. ОКЭЦ – это стинг, это... Жало. Тоже занимаются только женщины там. Потом есть саперим, они морские. У них идет между... Они смешанные мужчины и женщины. То есть они вместе следят за морской границей, все остальное, тоже контрабандистов и так далее.